государь и верховный жрец страны Эльзы имел тайную страсть к запретной боли. Для фигуры статусом ниже подобные пристрастия могли быть просто порочащими, но когда им предается его высочество, это может пошатнуть веру в величие самого божественного трона. Поэтому он обратился к демонологам, заточенным в подземных темницах, с обещанием даровать свободу тому, кто сможет призвать суккуба мучений и заставить ее навеки служить королю. Пришедшее в этот мир существо, назвавшееся Акашей, доставило ему столь изысканные муки, что он назначил ее своей тайной королевой и начал проводить с ней каждую свободную минуту, полностью отдаваясь изощренным мукам. Так продолжалось до тех пор, пока он полностью не оставил все свои королевские обязанности в погоне за сладострастными страданиями, которые могла доставить только его королева. Она могла довести его до состояния полусмерти, однако всякий раз руны повиновения сдерживали ее, и она оставляла монарха в живых. В конце концов, пренебрежение короля своим долгом перед государством привело к восстанию. Правителя вытащили из покоев и сбросили с башни заклинателей. Как только он погиб, руны утратили силу, и королева боли освободилась от своей службы. Так она ушла в большой мир, чтобы оттачивать свои таланты на каждом, кто ей приглянется.